Прямое лето 2014 увенчалось рыболовным турниром «Хищник», что прошел в этом году на извилистом берегу Исети близ села Шахматово. Мероприятие давно относится к категории традиционных. В пользу этого обстоятельства говорят постоянное увеличение числа участников, расширение географии, новые элементы организации и все более весомые главные призы. В конце нынешнего августа за трофей в виде лодочного мотора в рамках открытого первенства города по ловле хищной рыбы собрались поспорить 114 человек из самых разных мест. Организаторами соревнования выступили три ведущих рыбацких магазина Шадринска, а также Комитет по физической культуре, спорту и туризму городской администрации. Весь Уральский федеральный округ сегодня здесь, в рамках деревни Шахматово на берегах реки Исеть, участвует в соревнованиях, посвященных рыбной ловле «Хищник 2014». Здравствуйте, рыбаки! Приветствую вас на нашей земле, на нашей реке. Думаю, турнир пройдет весело, рыбы должно здесь быть много. Суть регламента, как всегда, сводилась к набранным очкам, которые должны соответствовать общему весу добытой рыбы. Одна из первых пойманных щук, как и положено, оказалась молчаливой, что участливо пояснил автор улова, рыбак со счастливым номером 555 Дмитрий. Я думаю, она в шоке еще, поэтому немногословно. Полюбившийся шадринцам и гостям города турнир, без сомнения, из года в год способствует трансформации рыбалки в общесемейный досуг. Мне 9 лет. И давно ты рыбачишь? Ну, в том году тоже ездила на этот конкурс. Получалось у тебя поймать что-нибудь? Нет, еще. А с папой вместе ловили? Да. Вот таких вот рыбок. Ну, каких именно? Щук? Щук. Маленьких. За всю историю состязания победители и призеры пополняли свой выигрышный улов самой разной рыбой, но все же щука здесь всегда, что называется, правило бал. Больше попадается щуки. Щука в основном у нас основной это хищник, но вот за последние 2 года очень много судака развелось. То есть у нас сделали здесь 2 зимовальные ямы, и судак очень хорошо расплодился. Специальная программа для детей, полевая кухня, конкурсы и звуковое оформление сделали нынешний турнир по-особенному незабываемым, а результаты победителей и призеров пополнили статистику популярного шадринского рыбацкого состязания результатом в 22 щуки и 2 окуня. Шадринцы Игорь Оплетаев и Станислав Сафаров заняли 2-е и 3-е места соответственно. А вот Сергей Переверзев, приехавший в город на Исети из Донецка строить бассейн в санатории «Жемчужина Зауралия», неожиданно для самого себя выиграл главный приз, искренне и эмоционально объяснив свое пристрастие к рыбалке. Ну, как-то она интереснее. Вот когда ее тянешь, она аж прибавляет какой-то, вырабатывается. Ну, это слово не передать. Аж руки трусятся. Надеялся, без надежды нельзя никак. Надеялся, и она получилась. Развернутый материал об открытом первенстве шадринской по рыбной ловле «Хищник 2014» смотрите в рубрике «События» в эфире «Шадринфо».